Анонс и точная дата выхода четвертой серии нового турецкого сериала «Бумажный дом». Четвертая серия сериала выйдет в эфир 10 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Бюлент начинает подозревать, что Инжи покончила с собой от безответной любви. Может быть, она была беременна и не знала, как жить дальше. Он приехал к Джихану и Айлин для того, чтобы задать несколько вопросов. Айлин стала замечать, что с Мертом что-то происходит. Когда она решила с ним поговорить, то узнала, что Инжи была девушкой Мерта. Эта новость для Айлин прозвучала словно гром посреди ясного неба. Гюльсум пришла к Джихану и сказала, что Халиль выгнал ее из дома. На месте, где Джихан и Айлин захоронили тело Инжи, соседи решили построить бассейн. И теперь им нужно срочно что-то придумать. Джихан предупредил Айлин, что они оказались в опасности из-за этого. Она ударила мужа по лицу и сказала, что Инжи была девушкой их сына. Азра хочет, чтобы Джихан знал, что ради него она сделает все. Но только он почему-то этого не хочет понимать. Поиски Инжи продолжаются, но пока они не принесли никаких результатов. Айлин сходит с ума от того, что происходит. Она не может понять, почему, когда видела Инжи, то ни о чем не догадывалась. Но она никак не хочет, чтобы расплату за ту коварную ошибку понесла ее дочь или сын. Джемре попросила Азру, чтобы она взяла ее на эфир, так как ей хочется поговорить об Инжи и есть что рассказать. Напомним, четвертая серия сериала выйдет в эфир 10 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.